Ну, у вас частный предприниматель? Я реализатор. Реализатор? Да. О, работаете на фирму? Нет, не на фирму, здесь хозяин. На хозяин. Ну. Есть табличка, кто хозяин? Табличка с информацией. Решил ступу. Наличие социальных мест. Льготные места в ограниченном количестве при усадебном участке. Ну, давайте тогда места. По этому пункту сразу поставим оценку. 36-й пункт. Вот бабушки, дедушки в ограниченном количестве. Льготные места. Значит, на овощах 50 мест льготных, на рынке... Слушай, а сколько вы платите за место здесь? Я вот за это? Да. 60 гривен. 50? За сколько 60 гривен? 60 за день? 60 гривен за день. Да. А сколько у вас стоит социальное место? Не, ну это социальное место в сезон, с мая по октябрь же действует это. Вы же знаете. Хорошо. А сейчас? Ограниченное количество распространяется с 1 мая по 1 октября. 10 гривен. Да, да, социальное место. Одно место 25 гривен стоит. Стандартное? Это 25. Боковые. Что-что? Боковые 25, а это 36. А, то есть у вас вот такое разделение. А да. Где можно ознакомиться с вашими тарифами? Что? Тарифы боковые там. 35. Есть тариф. У нас есть тариф. А вы пользуетесь льготным? Нет. А кто-то пользуется? Пока я не видела еще никого. Как никого? Вот там, где по 10 платят гривен. Зачем вы пока не видели? На своем где? Месте вы не видели. Люди, у которых мало количества товара, платят по 10 гривен. Ага, вот это как раз и имелось в виду, Раиса Даниловна. Да. Да. Место, значит, угловое, потому что оно больше по размеру стоит вот 35. Здесь разметочка есть 35 гривен. А вообще вот один метр... Раиса Даниловна, можно я расскажу? А вот тоже он есть у нас в разметочке, это стоит 25 гривен. Скажите, а у вас где размещается информация о продавце? Уже... Фамилия, место, номер. А у вас кто реализатор вы указываете, да? Я тут стою. А вы? Понятно. Хорошо, спасибо. Так, давайте дальше посмотрим. А, вон она, это 45-46 место. Фамилия как ваша? Кириленко. А, вон, Кириленко. То есть покупатель знает, кто его обслуживает, на кого жаловаться. Как бы всем видно. У вас тоже есть информация, да? По поводу. Не, у нас информации нет. Вот туда, там хозяева, информация там. Ну вот она снадится. Место, да. А что вы прячетесь? Никто же с вами ничего не делал. Вот, 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 там все написано. Наоборот, рекламу вам сделали. Да, рекламу.